Вам уже знаком Gungeon, Dead Cells и даже Dark Souls. Значит, наверняка вам понравится и канал Митча. Он проходит клевые игры и делает по ним нарезки. Помимо всего прочего, автор проводит трансляции на своем Twitch-канале, где в ближайшее время пройдет розыгрыш игр. Мало того, что вы клевые видосики посмотреть можете, так еще и, возможно, игру выиграете. Передавайте от меня привет и подписывайтесь. Ссылка в описании. Бля! Данное видео сделано на основе трансляции, которая проходила на моем Twitch-канале. Подпишись, дабы не пропускать следующие эфиры. Так, менять карту плохая идея, получить проклятие, получить 250 золота. Это может быть неплохим вложением в реликвию. Или три врага. Раз, два. Ладно, давайте не будем рисковать с проклятием, просто возьмем вот это. Хорошая попытка anyway. Что за подарок? Он повышает количество хороших карт золотых. А мне золотые карты как раз таки не нужны были. Мне нужны только серого цвета. Набор инструментов добавляет в руку случайную бесцветную карту в начале боя. Опять же, хз. Можно, нельзя. Лучшая бесцветная карта безумия. Нет, слишком много карт требует в колоде. Добавлять руку, а не в колоду. Да понятно, что... По логике не должно, но хер знает. Я почему-то всегда сомневаюсь вот в таких штуках. Нормально. Давай, волчок. Головоломка. Таран. Да нет, наверное. Колода так будет маленькая. Зачем таран? Мешает очень сильно, на самом деле, эта херня. Зачем я ее взял, я не знаю. Мне кажется, она будет руинить только. Может, переиграть, пока не поздно. Мисплей сильнейший, просто обалдеть, какой сильный мисплей. Окей, прям энергию. Меч-бумеранг. Выпадет ботинок, не выпадет. 15 урона за одну энергию. Это если выпадет ботинок, если не выпадет, то говно. Возьмем на всякий случай. Да не, я не буду переигрывать, я пошутил, ты чё. Разыгрывать проклятие, можешь помочь. Не, спасибо. Опять же, так себе не смог разыграть уязвимость. То сейчас могу сделать нормально. Скрестить мечи очень интересная карта, но опасная. Типа на всяких лаговых линах она, видите, как хорошо себя отрабатывает. Учитывая, что у меня, в принципе, армора не так уж и много в колоде. Стальная волна. Бот не работает в плане музыки. Не смог его подключить. Я думаю, больше двух карт не стоит выбирать таких. Это играет Ост из игры Deadbolt, если что. Если тебе понравился этот трек, то качай все остальные. Похер. Вообще не страшно. Наверное. Плохой ход. Навык.
Это омега 100 IQ play, конечно. Но хоть что-то я должен был нанести. У меня же была настойка игрока, я мог сбросить. Ретардиус. Показал самый худший плей, который можно было придумать. Просто достаточно было сбросить. Хороший ход. Глина дает по 3 защиты в следующем ходу за каждую потерю УЗЭ в текущем. Неплохо. Гнев нет, я просто гнев брать не буду. За элиту с этого ивента дают реликвию. Если ты ее не вытаскиваешь с трупа, то дают. Если вытащил уже, то нет. Не, она еще здесь. Она же позволяет любое количество сбрасывать. Блин, мне бы эту фишку, которая позволяет сбрасывать штуки всякие. Молимся на следующий ход, я должен его делить. Давайте попробуем максимум дамага вытащить. Сейчас оборона придет. Ну, чуть-чуть лучше. Ну, даже не чуть-чуть, а типа это идеальное деление. Серьезно. Чё-то слизнем везет в последнее время, наверное, потому что не на возвышениях играю. На возвышениях это мой самый нелюбимый босс. Типа, если рандом не прокнет, то ты труп. Половину этой игры можно так описать. Серьезно. Так хотел взять карту сейчас, я уже что-то забыл, то что я играю на этом. О, Чокер снова. Черная звезда заставит нас идти по элитам. Снова это Чокер, котейка, снова гнев. Котейка, котейка. Привет, Ти, удачного стрима. Привет, Ваня Рист, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе за донат. И за пожелания тоже огромное. Половина всех рогаликов так можно описать? Не согласен совершенно. Как раз таки большинство рогаликов, они зависят от того, насколько ты хорошо играешь. Даже при плохом рандоме, чуваки делают просто безумные стрики в Айзеке. Все-таки это значит, что рандом там, конечно, играет роль, но большую роль играет именно то, как ты играешь. Так, берем это дерьмо. Юзаем это. Вот так. И на тебе врыло. Просто на пол хп. Это описание всех какие? Ну, maybe. Уже не так сочно, но тоже сойдет. Я думал, ты про трон скажешь. В троне, мне кажется, как раз-таки меньше вообще всего рандома. Он больше даже не как рогалик ощущается, как именно просто топ-даун шутер крутой. Ну хотя, типа, в троне мутации. Ну, тоже нормальный пример. Типа, от мутации-то много тоже зависит, но можно и без них играть. Хотя, смотря с какой целью. Если ты хочешь именно супер какие-то глубокие лупы уйти, то ты же не сможешь играть с любым набором мутаций. Две случайные атаки. Мне от ударов надо избавляться. О, господи, это музыка. Тот же Ганджи на Айзек Трон, я думаю, у них примерно все одинаково. Давай лучше оборону. Можно было еще навык достать, но фиг с тобой. Некоторые недели меня не могут фулмету собрать. Рандом. Просто идеально хватило. Просто, ой. Ой, кайфарик-то какой, еще и музыка. О, пока что мне нравится, как идет забег. Я наслаждаюсь. Ой, кого-то я сейчас убью, наверное. В чем суть этого забега? Можно использовать только серого цвета карты. Стероиды. Вместо случайного навыка. Меч-бумеранг. Ха-ха-ха-ха. Заигнорил, конечно, жесть. Ну, я не про Айзека, а, например, про Darkest Dungeon, там абсолютно рандом. Ну, я, кстати, не играл в Darkest Dungeon.
Но она слышен, да. Кто там может... Спасибо. Мне как раз хп не хватало. О, наслаждаюсь, фулл хп, плюс 80. Могло быть хуже, ладно. Чек-он-трек из Дедболта, уф, прям классные. Артефакт дали против чувака, который кастует гадости. Давайте юзаем стероиды, наверное. Можно было хода и лучше дождаться, но это неприятный файт. Хотя там дальше Рита, может быть, реально не стоило стероиды отдавать. А как он мне с глаз скастанул в итоге? Надо его как можно быстрее убивать. У меня уже 3 головы окружения в колоде. Они же супер уинят мне игру. Окей, я выиграл. Где ботинок, да он тут на самом деле уже особо и не нужен. Вначале слабость кидает? А, там же по цвету, я забываю. Там можно определять. Ритуал отменил, походу, артефакт. В смысле, ритуал птицы? Не, скорее всего, на меня этот чувак коснул что-то другое. Я не буду экономить зелье. Стероиды сработали на артефакт. А, господи, точно. Владимир нас это. О, привет, рана. Привет, рано, спасибо, что руинишь мне забег. Спасибо. Чё она так рано выпала-то? Сколько? Я 2 хода сыграл, мне уже рано пришло. Из-за этого я ловлю 12 урона. Думаю, это получше будет. Да, чуваки, да. Стероиды, реально. Ничего даже не обратил внимания на них. Вы правы. Ну, с одним, типа, несложно будет. Улучшает добавляемые таланты в колоду. Useless. Сюрикен. Отлично. Игра мышцами. Берем. Под игру мышцами качаем бумеранг. Сила может зарешать. Если что-то стакается на протяжении файта, это... Это хорошо. Прохорона. Очень редкий артефакт. Супер не нужен в этой колоде. Пиздости гнида. Пиздости гнида. Идеальный ход. Может, чуть погромче сделать? Я, наоборот, специально потише сделал. Потому что Остов Ури гораздо громче остальных. Вот это плохой ход. Обрадовался я. Сейчас бы ботинок и наслаждаться уроном от меча бумеранга. Ладно, сделаю для вас. Вот так. Надеюсь, вы довольны. Мне хп мало. Надо хилиться перед файтом. Кто файт? Нормальный. По-моему, самый лучший босс попался. Даже прохорона срабатывает. Ход плохой. Мне повезло. Да, это тоже из фури. Какая разница вообще, как бы я разыгрывал, урон одинаковый. Ближе есть там у чувака рофлы про бок на пика.
Шел 2018 год, а они все еще так шутят плохо. Да, да. Простите, возможно, это прозвучало токсично с моей стороны, я не хотел. Извините. Простите, извините, простите. Я больше так не буду, все. На. На. На, нахер.78 хп, босс-файт, погнали. Да, еще бы пришел. А давайте... И попробуем вытащить меч-бумеранг. Все еще неплохо. Это неплохо ход. Блин, мне бы сейчас артефакт, я бы себе 9 силы застакал. Надо зелье артефакты беречь просто. Бля, а тут еще лучший ход. Кто ж знал. Тут еще лучший ход, и я, блин, теперь грустно стал. Куча дефа, когда меня не атакуют, да? Па-пам-пам-пам. Да, что ж такое? Может быть, я перестарался с роллами. Она пришла, когда я уже разыграл оборону. Она пришла, когда я уже разыграл оборону. Это нечестно. Чуваки, я считаю, это нечестно. Это не я поторопился, она просто не вовремя пришла. Так, мне главное мегалуч пережить. У меня нет хвоста, но он мне типа не должен... Спасибо за ход без единой карты защиты. Спасибо огромное. Тише на 8 хп, спасибо. Не хочу плакать, вот вообще ни капельки. Совершенно слез у меня на глазах нет. Меч-бумеранг приходит, неплохо. Я его, конечно, убью, но... Игра... сучка. Посмотрели, убрали, минус лицо. Вот, кстати, и оно. Лучше поздно, чем никогда. Повелитель времени. В принципе, клево. Жалко, у меня нет бусинок. Тут меч-бумеранг меня может убить. Ха. Ха-ха. Это плохо. Это плохой файт очень. Карты пришли отвратительно, но, наверное, могло быть хуже. Главная сила стакается. По чуть-чуть. Я не могу убить. Блин, головокружение. Надо было не убивать того чувака. Я бы их просто головокружениями убил бы. Прикиньте. А, ладно, йоло. 27 урона я словил, да? Это была самая худшая йоло, которую я мог только сделать. И снова я ловлю очень много урона. Спасибо за прекрасный файт. Боевой клич сжигается. Обычный навык. Берем. Хилимся. Вовремя. Убираем, убираем, убираем. Убираем. Боевой клич ставим на всякий случай. Сейчас будет хороший ход. Победный ход. Дымовая шашка, это просто... Супер покчемп. Третье золото. Давай, ладно. И следующий просто... Следующий... Метка — это магазин. Тут еще и сила продается.
Клёво. Зелья силы мне бы очень помогли, если было бы их два. Только не две бараны. Сойдёт. Шашку бережем на элиту, наверное. Я думаю, что я элиту буду скипать. Там наверняка какая-нибудь голова брокнет. Тут ты мог только клубнику и силу купить, я бы силу взял и все. Не знаю, как я буду потом с ним разбираться, что-нибудь придумаем. Больно. Нормально. 3 защиты дает. Чего? Жесть, у меня 3 хрупкости, ват. Откуда так много? Блин, мне бы Тори. Зелье регена, хорошо. Может быть, взять двойной удар? Он под силу хорошо работает. Да нет, нет, все. Не забудь использовать прах потом, чё? Что значит использовать прах? Почему я плавлюсь? Извините. Я в курсе, как работает прах, но... Зачем ты мне это пишешь? Что я должен делать с этой информацией? Погоди. Мне просто интересно понять, к чему ты клонишь. Что я должен был делать с этой информацией? Если ты мне объяснишь... Если сейчас не повезет, то мне пиздос, и я убегаю. Мне повезло. Я хочу сказать, что можно сжечь моки? В плане свечкой? Да, можно сжечь. Вот теперь я тебя понял. Потому что до этого я вообще не понял, что ты говорил. Ты бы мне лучше не про прах, а про свечку сказала. Я бы тогда не тупил бы и сразу бы сказал спасибо, Экспепи, ты самый лучший. Спасибо, да, теперь я понял о чем-то. Хороший ход. Гнев, кстати, замечательно стакает сюрикены. Ну, если 2 головокружения пришло, то уже пофиг. Простой файт. Прокачанную ерунду берем. У меня как раз деф появляется, которого мне не хватало. Пока. Тупо пока. Или деремся до первого получения урона.
До первого получения урона я сваливаю. Я поздравляю тебя, Ботикс Котик. Попытайся. Ну, я уже попытался, все. С моей колодой это нереально будет. Да почему на вопросах прокают тупые файты, господи. Что же я вам сделал? На. Сложный файт будет. Нормально. Если я ставлю чуваков с помещей эфиром, то у меня будет вот такая вот ситуация, я не смогу юзать скрестить мечи. Это плохая идея. Типа, я понимаю твою логику, но это меня убьет. Причем нихера вот так. Нормально. Еще одна стальная волна, это тоже деф. Последний магазин, если повезет зельем, то я буду рад. Зелье силы, берем. Не артефакт, конечно, но сойдет. Артефакт, кстати, очень редко начал встречаться. Такое ощущение, что вы из зелья убрали. Снова вопрос, снова файт. Да ёб твою мать, игра. Что я тебе такого плохого сделал? Еще и файт, где у меня нет АОЕ. Ха. Гей. Это будет трудно. Реально трудно. Без АОЕ будет трудно. Пиздорики. Хорошо, что есть зелье регена, оно хоть как-то поможет. Ждем, пока рестится второй, потом всех троих надо одновременно убивать, иначе с моей колодой никак. Хороший ход. Нормально я выиграл. Жесть, ну типа, это заставило немножко попариться. Немножко стулом херачу, извините. Ну чё, народ, погнали нах! Деф ставим. Можно было деф не оставлять, но кто же знал. Жалко, уязвимость не пришла в очередной раз. 6 карт, ход завершается. В принципе, это вся моя рука. Практически. Или ничего не юзать? Да, лучше ничего юзать не буду. Я могу, конечно, хотя нет, меч-бумеранг под силой. Надо юзать. 3 карты всего, 3 энергии. В принципе, может быть и нормально все будет. Лучший ход, который мог быть. Даю раз. Привет, неистов. Фоме! Я поторопился, извините. Я могу либо сделать вот так, вот так, вот так. Либо вот так, вот так, вот так. Я получу с этих двух атак 8 урона сверху, если я проюзаю игру мышцами. Здесь на единичку больше. Так что делаем раз.
2. Хотя, возможно, было бы больше. А, блин, у меня энергии-то не хватит. Ну ладно. Фу, я замисплеил, пиздос. Можно было больше урона дать. Оу, еее. Не страшно. Не страшно, но неприятно. У меня на следующий ход одна карта. Это не страшно, потому что он меня бить не будет. Нет, будет. Он уже зарегенился. Вот ты, сука. Тупый босс. Ты же мог просто оборону дать и нанести урон с помощью скрестить мечи, так нам же было больше одной обороны, разве нет? Только бы атака пришла, спасибо. Где уязвимость моя? Чё я делаю? Там одна оборона была? Снова три карты, да? Наверное. Блин, мне энергии не хватит, чтобы разыграть еще остальную волну. А хотелось бы. Надо уязвимость вешать 100%. Короче, так и так. Без уязвимости я просто его не убью. Так, первая пошла. Деф, я думаю, идет нахер. Хотя нет, не идет нахер. Или да, идет нахер. И удар, пускай удар идет нахер. Мне же должно хватить хп с хвоста, да? Да, хватит. Слава богу, он просто бьет три раза. Вот лучше бы он такой атакой бил в прошлый ход. Сосать лежать. Да, да. Не получишь достижение с проклятием, почему? Серьезно, что ли? Да, мне не дали достижение. Где мое достижение? Где мое достижение? Да какого черта? Пройти игру с колодой, состоящей только из обычных карт. Проклятие? Откуда я вообще проклятие взял? А что за бред? Почему? Это же вообще от меня не зависит. На вопросе, когда... Охереть! То есть, типа, смотри, либо тебе дают два безумия, которые, по-моему, синего цвета, либо тебе дают проклятие, которое... Че за бред? Такая-то тупость, господи. Тупая игра. Фу, блин, дрисня какая-то. Кто в это дерьмо играет?